Gayatri mantra to two disciples who had to leave. Сейчас будет давать Гайдри Мантра двум ученикам, которые собираются уехать. And then he will be right back with us. И затем он снова вернется к нам. I'm also feeling great separation. Я также чувствую сильную разлуку. But I will try to take solace in my way. Но я попытаюсь найти утешение в святых именах. And very soon he will be back. И затем будем надеяться, что он вернется к нам. Thank you.
is relevant to our festival. Я хочу начать, рассказав вам історію, которая имеет непосредственное отношение к нашему с вами фестивалю. On Thursday at the temple, I described how Srila Prabhupada, after establishing Krishna consciousness in America and Europe, decided to return to India. В четверг в храме я рассказывал о том, как Шрила Прабхупада, основав наше движение в Америке и Европе, решил вернуться в Индию. And one devotee from each temple in North America flew to Bombay along with two couples from London to meet Srila Prabhupada there. И из каждого из храмов Северной Америки по одному преданному из каждого из храмов Северной Америки полетели вместе с несколькими семейными парами из Лондона в Бомбей, чтобы там встретиться со Шрилой Прабхупадой. And we began in Bombay staying at the home of Kailash Taksaria. И мы начали свое пребывание в Бомбее, остановившись в доме у Кайлаша Сексерии. His family owned a mall building called Saksariya Bhavan, a five-story building just overlooking the Indian Ocean. Его семье принадлежал целый дом, пятиэтажное здание, которое называлось Saksariya Bhavan, которое было расположено прямо на берегу Индийского океана, и окна его выходили прямо на океан. And every morning we would meet in Srila Prabhupada's room and sing the samsara prayers, and Srila Prabhupada would speak a little. И каждое утро мы встречались, собирались в комнате у Шрилы Прабхупады и пели молитвы самсары, и потом Шрила Прабхупада давал небольшую лекцию. One day, when we were in Srila Prabhupada's room with him, Gurudas Prabhu began to glorify another devotee named Dinanath Prabhu for his nice kirtan. В один из таких дней Гурудас Прабху в комнате у Шрилы Прабхупады стал прославлять другого преданного, Динанатха Прабху, за его замечательные киртаны. And then Gurudas stopped speaking because he noticed that Srila Prabhupada's small Radhakrishna deities were in the room. Но затем Гурудас перестал говорить, потому что он заметил, что в комнате находятся небольшие божества Шрилы Прабхупады, Рада Кришна. And the nectar of devotion mentions as one of the principles that one should not glorify someone in front of the deity. А в нектаре преданности, в качестве одного из принципов, которым мы следуем, упоминается то, что нельзя перед открытыми божествами прославлять кого бы то ни было. So Gurudas Prabhu stopped himself and said, "Oh, I'm sorry, Srila Prabhupada. I was glorifying a devotee in front of the deities." И Гурудас остановился и сказал: "Ой, простите, Шрила Прабхупада, я прославлял преданных перед божествами Рада Кришны." And Srila Prabhupada replied, "Krishna is already glorified." Но Шрила Прабхупада ответил: "Кришну уже прославили." But he takes more pleasure
when his devotees are glorified. Но ему больше радости приносит, когда прославляют его преданных. I mention this because perhaps out of regard for the rule, the deities remained closed during yesterday morning's program. Я рассказываю вам эту историю, потому что вчера, следуя этому правилу из нектара преданности, божества были закрыты во время утренней программы. And the deity of Srila Prabhupada also only came later. И Мурти Шрилы Прабхупады приехал, Шрила Прабхупада в своем Мурти приехал позже. And all that is correct according to the rules. Все это правильно в соответствии с нашими правилами. But Srila Prabhupada knew the heart of Krishna. Но Шриле Прабхупаде было известно сердце Кришны. And as he said, Krishna is already glorified, but he takes more pleasure when his devotee is glorified. И как он сам сказал, Кришну и так прославляют, но самому Кришне нравится больше, когда прославляют его преданных. So during that period in Bombay, Srila Prabhupada received many invitations to take prasad at different people's homes. Во время своего пребывания в Бомбее Шри Прабхупаде приходило множество приглашений на прасад, на обед в домах различных людей. And finally Srila Prabhupada said that we cannot accept any invitations unless the people become life members. И в конечном итоге Шрила Прабхупада сказал, что мы не можем принимать от людей приглашения, если они не согласны стать пожизненными членами нашего движения, life members. The life membership program was devised by Srila Prabhupada as a way to distribute his books. Шрила Прабхупада придумал эту программу пожизненного членства ИСККОН для того, чтобы распространять свои книги. That people would give 1,111 rupees, which was quite a big amount then. Люди платили 1,111 рупий, что в те времена было достаточно большой суммой денег. And they would get all of Шрила Прабхупада's books that were published at the time and in the future. И в обмен на это им давали все книги Шрилы Прабхупады, которые уже были напечатаны к тому времени, и либо же те, и также те книги, которые будут напечатаны в будущем. So Srila Prabhupada commented that we are making life members simply by eating. И Шрила Прабхупада касательно этого заметил, что мы приводим наше движение пожизненных членов просто с помощью принятия пищи. We had one program at a very nice man's house named Ramchandra Chavriya. У нас была замечательная программа дома у одного хорошего человека, Рамачандры Чаули. He prepared a huge feast. Он приготовил большой пир for Srila Prabhupada and the devotees. Для Шрилы Прабхупады и для преданных. And the Indian hospitality was such that they would offer Srila Prabhupada and probably the devotees Srila Naranjan Swami Maharaj Ki Jai.
Many of our monks had large homes, large families, and all the family members would vacate their bedrooms, and after lunch, the host would invite Srila Prabhupada to take rest in one room and then give the other rooms for the disciples to take rest. А індійська гостеприимность була таковою, що у многих із тих людей, які приглашали нас к себе на просад, у них були огромні дома з множеством комнат і також великі сім'ї. Но к нашому приїзду вони освобождали свої спальні і після обіду вони віддавали одну комнату Шрі Прабхупаді для відпочинку, а його ученикам вони давали інші комнати. So, after this huge feast, all the disciples went to take rest. І от після цього великого піра всі ученики пішли відпочити. And maybe Srila Prabhupada took a little rest, but maybe he was sitting and speaking with the host and the other guests. І Шрила Прабхупада, може би, також пішов віддихати, але, може би, навіть він і залишився там і продовжував розмовляти з хазяїном і з іншими гостями. And you could actually hear the snoring of the disciples coming from the bedrooms. І там, в цьому домі, хорошо було слышно, як ученики в різних кімнатах похрапують. Finally, Srila Prabhupada said that we better wake up the devotees. І в конце концов, Шрила Прабхупада сказав, що преданих лучше розбудити. Because we don't know how much longer they'll sleep. Потому что никто не знает, сколько они еще будут спать. And when they wake up, they'll probably be hungry. А когда они проснутся, то, скорее всего, они будут голодны. And they want to eat again. И они опять захотят есть. So we better wake them up now, and we will take their leave. І поэтому лучше їх розбудити сейчас, і ми вже будемо прощатися з хазяїнами. So, like that we had many nice programs. І так у нас було множество замечательних програм. From Bombay we went to Amritsar for the Vedanta Sammelan. Із Бомбея ми поїхали в Амритсар на Vedanta Sammelan. And there too we had many nice programs. І там у нас також було множество хороших програм. One very memorable program was at the home of Baladev Inder Singh. Одна програма, яка мені особливо запам'яталась, була дома у Баладева Інде Сінга. He was a king or from a royal family. Він був царем, він походив із царської сім'ї. And he was a real kshatriya. І він був настоящим кшатрієм. He had a huge estate. У нього було огромне поместя. In addition to his own mansion, there was a large goshala. У нього був великий особняк, і також к нему у нього була большая кошала. Many guest rooms. І у нього також було багато кімнат, в яких могли розміщатися гості. Beautiful garden. У нього був хороший, красивий сад. So Srila Prabhupada sent some of the disciples ahead, and he said that he would follow. І Шрила Прабхупада вперед послав деяких із своїх учнів і сказав, що він приїде, буде їхати слід за ними. So Mother Malati was in the group with us, who came ahead. She helped them prepare the prasad and then prepare the offering. І матушка Малати була в нашій групі, яка приїхала раніше, і вона допомагала хазяїнам готувати прасад і також підготувати подношення. And just when the prasad was ready to be offered, Srila Prabhupada came. І якраз перед тим, як ми збиралися предложити наше подношення, приїхав Шрила Прабхупада. And the devotees sang the song Bhajabhakata Vatsala Sri Gaura Hari. Преданные стали петь песню Bhajabhakata Vatsala Sri Gaura Hari.
The Bhagavad-gītā song by Śrīla Bhaktivinoda Thakura. Песню Бхагавати, которую написал Шрила Бхактивинода Тхакура. And as we were singing in Śrīla Prabhupāda's presence, it really felt as if we were in Vrindavan with Krishna and his cowherd boyfriends. И когда мы пели эту песню рядом со Шрила Прабхупадой, то нам в действительности казалось, что мы находимся во Вриндаване вместе с Кришной и его друзьями, мальчиками и пастушками. They were taking prasad with Krishna. И что они принимают прасад вместе с Кришной. Then there was some talk between Baladev Inder Singh and Śrīla Prabhupāda. Затем Баладев Индер Сингх поговорил немного со Шрилой Прабхупадой. And the king said that according to one astrologer, his forefathers had fought in the battle of Kurukshetra. И затем этот царь сказал, что один астролог как-то сказал ему, что его предки, некоторые из его предков, сражались на поле битвы в Курукшетре. But unfortunately, his ancestors fought on the side of the Kauravas against Krishna. Но, к сожалению, его предки сражались на стороне Кауравов против Кришны. And he was really worried about it. И его это очень сильно беспокоило. But Śrīla Prabhupāda said, "Don't worry." Но Шрила Прабхупада сказал: "Не волнуйтесь, не беспокойтесь." What the astrologer said cannot be true. Потому что то, что говорит этот астролог, не может соответствовать действительности. Because everyone who fought against Krishna and was killed on the battlefield was liberated. Потому что все те воины, которые сражались на Курукшетре против Кришны, получили освобождение. So you couldn't have descended from someone who was killed on the battlefield of Kurukshetra. Поэтому ваш род не может происходить от того, кто был убит на поле боя Курукшетры. Then from Amritsar, Prabhupada returned to Bombay. A few of us stopped in Delhi. Then we met Prabhupada in Indore for the Gita Jayanti conference. И затем из Амритсара Шрила Прабхупада поехал обратно в Бомбей, а некоторые из нас остановились в Дели, и потом мы встретились со Шрилой Прабхупадой в Индоре на конференции по случаю Гита Джаянти. And in Indore, a palmist came. He could read people's futures by the lines on their palms. И там в Индоре пришел один хиромант, который умел предсказывать будущее людей, читая линии на их руках. So we asked Srila Prabhupada whether we should let him do it. И мы спросили у Шрилы Прабхупады, можем ли мы позволить ему делать это. And Srila Prabhupada said yes. Шрила Прабхупада согласился, сказал да. So he looked at the devotee's palms, he told one, though this will be your last life. И он посмотрел на руки некоторых преданных и сказал одному из них, кем он был в прошлой жизни. And he told another, you'll have to take birth a few more times. Он сказал одному из преданных, что это твоя последняя жизнь, а другому он сказал, тебе придется еще несколько раз родиться. And he made different predictions. И он стал делать разные предсказания. And then he left. И потом он ушел. So the devotees asked the Prabhupada whether what he said was true. И тогда преданные спросили у Шрилы Прабхупады, правда ли то, что говорил этот предсказатель. And Prabhupada made a face. He said, just by clapping your hands in kirtan in front of the deities, all of the lines are washed off. Шрила Прабхупада сделал определенное выражение лица и сказал, если вы просто будете хлопать в ладони, в ладоши, в
киртане перед божествами, то с ваших рук исчезнут все линии. After Surat, после Сурата, Шрила Прабхупада stopped in Bombay. Шрила Прабхупада остановился в Бомбее. And from Bombay he went to Allahabad for the Ardha Kumbh Mela. И из Бомбея он поехал в Аллахабад на Ардха Кумбх Мелу. It was very, very cold. В то время было очень-очень холодно. In January. Это было в январе. And all the devotees were living in tents. Все преданные жили в палатках. And Srila Prabhupada was also living in a tent. И Шрила Прабхупада тоже жил в палатке. It was maybe a little bigger and he had a heater, but he was also living in a tent. Может быть, эта палатка была немного больше, чем остальные. Может быть, у него там был какой-то небольшой обогреватель, но все равно он жил в палатке. And it was so cold in the morning that we preferred, I preferred, to stay in my sleeping bag a little longer than to come out into the cold and take a bath with freezing cold water from a pump. И утром было так холодно, что мы, по крайней мере я предпочитал оставаться в своем спальнике немножко дольше, чем просто встать, пойти на холод и принимать омовение ледяной водой из колонки. There are a few very staunch devotees. Но там было несколько непоколебимых преданных. Tumal Krishna and one or two others, they would get up very early and walk to the river and take their bath in the river. Один из них был Tumal Krishna, а с ним было еще несколько таких же. Они поднимались очень рано и шли пешком на речку и принимали омовение в реке. But the rest of us just stayed in our sleeping bags as long as we could. Но все остальные просто лежали в своих спальниках столько, сколько мы могли. And so we would be late for Mangal Arati. И поэтому мы опаздывали на Mangal Arati. And when Srila Prabhupada heard, he was very concerned. Когда Шрила Прабхупада услышал об этом, его это очень обеспокоило. So the next morning at 4 o'clock, Srila Prabhupada himself took bath in that freezing cold water from the pump outdoors. И на следующий день в 4 часа утра Шрила Прабхупада сам пошел к этой колонке и стал омываться там ледяной водой. Of course, when news reached us in our tents, we got out of our sleeping bags as fast as we could, and we went out to take our baths. Когда до нас дошли эти новости, мы еще лежали в своих спальниках, когда мы услышали об этом, мы выскочили из них и побежали к тому месту, где Шрила Прабхупада омывался, насколько это было возможно быстро. So Srila Prabhupada was very concerned that the disciples get up early in the morning. Поэтому Шрила Прабхупада очень заботился, очень переживал о том, чтобы его ученики поднимались рано утром. And as the acharya, he set the example. И как ачарья, он сам устанавливал этому пример. And during that period, Srila Prabhupada was speaking on the sixth canto of Srimad Bhagavatam. В то время Шрила Прабхупада давал лекции по шестой песне Шримад Бхагаватам. The story of Ajamila. Он рассказывал нам историю Аджамилы, which glorifies the holy name. Которой прославляется святое имя. And at the time, Srila Prabhupada's own translation of Shrimad Bhagavatam had only reached the second canto. К тому времени Шрила Прабхупада перевел только Шримад Бхагаватам только до второй песни.
So he would read from his big volume of Sanskrit commentaries. Поэтому он давал лекции, используя для этого свой большой том Шримад Бхагаватам со санскритскими комментариями. He would translate the verses from the Bhagavatam, and then he would translate the commentaries, especially Шрила Шридхар Свами's commentary. Шрила Прабхупада переводил стих из Шримад Бхагаватам, и затем он читал комментарии ачарьев к этому стиху, в особенности комментарии Шрила Шридхара Свами. They were wonderful lectures. Эти лекции были просто замечательны. And Srila Prabhupada instructed that these lectures should be collected and published as a book. И Шрила Прабхупада дал нам наставление, чтобы его лекции были транскрибированы и опубликованы в виде книги, изданы. And many years later, the devotees did it. They published the book. И несколько, многие годы спустя преданные все-таки издали такую книгу. Called Second Chance. Она называется «Второй шанс», «Еще один шанс». But it was so cold that the devotees' hands were numb. They could hardly move their hands. Тогда было так холодно, что преданные просто замерзали руки, они не могли даже пальцами шевелить. The head pujari was Nanda Kumar. And one morning, he just could not light the fire. Главный пуджари у нас был Нанда Кумар, и в одно прекрасное утро он не смог даже разжечь огонь. And not only was it freezing cold, and his hands were numb, but it was very windy. Там было не только очень холодно, и у нас не только немели руки, но там также был сильный ветер. And as soon as he would light the match or begin to light the ghee wick, the wind would blow it out. Как только он зажигал спичку или как только он подносил спичку к лампадке с ghee, ветер сразу же задувал ее. And Jamal Krishna Goswami even jumped up on the stage and tried to help him. Тамал Кришна Госвами даже сам подбежал, забрался на сцену и хотел помочь ему. But eventually the wind blew out the flame. Но ветер в конце концов задувал огонь. And finally I heard over the speaker system Srila Prabhupada speaking in the microphone. И потом я услышал, как Шрила Прабхупада, говоря в микрофон, сказал: Hari Nama, Hari Nama, Hari Nami, the Kevalam, Kalo Nasteva, 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 Gatiranita. In one sense, he was maybe being a little sarcastic that these people can't even light the ghee lamp. All they can do is chant Hare Krishna. But in another sense, he was very serious that in Kali Yuga the only way is the holy name. Может быть, в каком-то смысле Шрила Прабхупада произносил этот стих с некоторым сарказмом, что, мол, эти люди ничего не могут сделать, даже зажечь спичку или светильник с ги. Единственное, что они могут делать, это просто повторять святые имена. Но с другой стороны, он был прав. В Кали-Югу нет иного пути, кроме воспевания святого имени. And later, about 1976, in my world, I happened to be in Srila Prabhupada's room when a disciple came in who was compiling a deity worship manual for ISKCON. Но потом, позже, в 76-м году, я оказался в комнате у Шрилы Прабхупады как раз в то время, в Майпуре, когда к нему пришел преданный, который составлял книгу по поклонению божествам в ИСККОН. Called Archana Padati. Эта книга называлась Archana Padati. And Srila Prabhupada told him, keep it simple. И Шрила Прабхупада сказал ему,
Сделай, чтобы она была достаточно простой. The main process in Kali Yuga is the chanting of the holy names. Главный духовный процесс в Кали Югу — это воспевание святых имен. You should always remember that. Вы всегда должны помнить об этом. So now we'll come to the conclusion of our little talk tonight. And I have to liquidate one of my debts. И сейчас мы уже подошли к заключению нашей сегодняшней программы, и мне нужно избавиться еще от одного долга, который у меня есть. To Abhimanyu. Это долг по отношению к Абхиманью Прабху. Because he asked a question, and I owe him an answer. Потому что он задал мне вопрос, и я должен ему ответить на него. He asked me to tell about an incident when Srila Prabhupada had a disciple wake me up in the middle of the night. Он попросил меня рассказать ту историю, когда Шрила Прабхупада сказал одному из своих учеников, чтобы он разбудил меня посреди ночи. It was in Vrindavan in 1977, in Kartik. Это произошло во Вриндаване в 77 году, во время Картики. During Srila Prabhupada's last days with us. Это были последние дни, которые Шрила Прабхупада провел вместе с нами. I was taking rest on the terrace, on the roof of the Gurukul building. Я отдыхал, я спал на крыше Гурукулы. And in the middle of the night, maybe midnight or one in the morning, a disciple woke me up and said, Srila Prabhupada wanted to see me. Но посреди ночи, может быть, в 12 часов или в час ночи, один из учеников Шрилы Прабхупады стал будить меня и сказал, что Шрила Прабхупада хочет увидеть тебя. And Srila Prabhupada's health was so delicate. We thought he could leave at any time. Здоровье Шрилы Прабхупады в то время было настолько слабым, что нам казалось, что он может уйти в любое время. So I immediately entered Srila Prabhupada's room. Я сразу же пришел в комнату к Шриле Прабхупаде. Which is still there at the Krishna Balaram temple. Которая до сих пор находится там, в храме Кришна Баларама Мандира. And he was lying very silently on his bed. Он очень спокойно и беззвучно лежал на своей кровати. Which is also still there. И эта кровать также находится до сих пор в этой комнате. And in a very soft voice, because he was very weak, he could hardly speak. И очень слабым голосом, потому что он был очень слаб, ему еле удавалось говорить. He asked, so, do you think this movement will go on after I leave? Он спросил меня слабым голосом, ну что, как ты считаешь, после того, как я уйду, это движение будет развиваться дальше? Yes. Я ответил, да. As long as the devotees are sincere and chant their 16 rounds and follow the regulative principles, it will go on. Если ваши преданные будут искренними и они будут повторять свои 16 кругов, следовать регулирующим принципам, то движение будет развиваться. And then Srila Prabhupada, with great difficulty, because he was so weak, said, and I really had the strain to hear him. И тогда Шрила Прабхупада с большими усилиями, потому что он был очень слаб,
И я практически не слышал его. Для того, чтобы услышать, что он говорит, мне приходилось очень напрягаться и приблизиться к нему. Он сказал. And he was so sick. Anything he said, you were thinking it might be his last words. Он был настолько слаб и болен, что каждое слово, которое он произносил, вам казалось, что это может стать его последним словом. So I was really straining to hear what he said. And what he said was organization. И я очень сильно напрягался, чтобы услышать, что он говорит. И он сказал единственное слово – организация. And he said, intelligence and organization. И затем он добавил – разум и организация. And those two or three words had a profound effect on me. И эти всего лишь два или три слова имели огромное, очень сильно затронули меня. And they're full of meaning. И в них бездна смысла. Yes, of course, we have to be sincere and chant our 16 rounds and follow the regulative principles. Да, несомненно, мы все должны быть искренними, повторять свои 16 кругов и следовать регулирующим принципам. But we are meant to do more than just maintain our own spiritual lives. Но от нас требуется нечто большее, чем просто поддерживать наши духовные жизни на каком-то уровне. We are meant to preach. От нас ожидается, что мы будем проповедовать. To expand the movement. Что мы будем распространять это движение. Increase the number of devotees. Что мы будем увеличивать количество преданных. And to do that requires organization. А для того, чтобы сделать это, нам необходима организация. Intelligence and organization. Разум, применение разума и организация. And that endeavor to spread Krishna consciousness in an organized way is very much service to Śrīla Prabhupāda and Śrī Caitanya Mahāprabhu. И те усилия по отношению того, чтобы распространять это движение организованным образом, это большое служение Śrīla Prabhupāda и Śrī Caitanya Mahāprabhu. It is also service, just like chanting the holy names and following the regulative principles. Это такое же служение, как и воспевание святого имени и следование четырем регулирующим принципам. And then Śrīla Prabhupāda said, и затем Śrīla Prabhupāda сказал, is there anything else? Может быть что-то еще? Is there anything else you would like to say? Что означало, может быть, ты что-то еще хочешь сказать? And within my heart, I was like screaming out to Śrīla Prabhupāda, don't leave us. И в своем сердце я как будто бы кричал, обращаясь к Śrīla Prabhupāda, не покидайте нас. My heart was screaming. Мое сердце обливалось кровью, я кричал. But at the time, there was a mood in Vrindavan that we shouldn't impose our will on Śrīla Prabhupāda. Но в то время во Вриндаване было такое настроение, что мы не должны навязывать Śrīla Prabhupāda свои желания. So even though within my heart I was like screaming, please don't leave. But when he asked, is there anything else? I said, no. И поэтому, несмотря на то, что в сердце своем я взывал к нему, пожалуйста, не покидайте нас,
Внешне, когда он спросил, может быть, ты что-то еще хочешь сказать, я ответил ему нет. And later I really regretted that I didn't express myself to him then. И позже я сильно сожалел о том, что я не открыл того, что было у меня на сердце. At a certain stage, anyway. There's more to say, but I'm just concerned that it's late, and so I'm thinking. Sorry? It's not late. Махарадж говорит, что я бы мог еще много чего сказать, но я переживаю, что уже достаточно поздно. Но не раньше, но Махарадж говорит, что еще не поздно. Ранджан Свами says it's not late. Not late. Если Ниранджан Свами говорит, что еще не поздно, то значит не поздно. Well, this is a very profound series of incidents that took place. Это очень глубокая, серьезная история, которая случилась тогда. But around May, Srila Prabhupada, as it was, he wasn't eating, he wasn't able to eat, but then he stopped drinking. Где-то в мае того года Шрила Прабхупада, до этого он уже ничего не ел, но тогда он также перестал пить. And he mentioned that when his father wanted to leave his body, he just stopped eating and drinking. И он сказал нам, что когда его отец собирался уйти, оставить тело, то он просто прекратил есть и пить. So Prabhupada had a servant, a very nice, simple devotee, and when Prabhupada refused to drink, the disciple said, Srila Prabhupada, you have to drink, otherwise you'll become dehydrated. И у Шрилы Прабхупады был один очень простой и замечательный преданный слуга. И когда Шрила Прабхупада перестал пить, то преданные сказали ему, Шрила Прабхупада, вы должны хоть что-то пить, потому что иначе ваше тело потеряет всю жидкость. Шрила Прабхупада said, oh, you want me to drink? Шрила Прабхупада сказал, вы хотите, чтобы я пил? Call the GBC. Созовите GBC. In other words, this decision about whether Prabhupada should drink or not was a much deeper question. It was really whether he should try to stay alive in front of all the physical, in spite of all the physical difficulty he was facing, or whether he should go. Другими словами, этот вопрос, должен ли Шрила Прабхупада пить что-то или нет, был намного более серьезным вопросом, чем может показаться. Потому что это означало, должен ли Шрила Прабхупада оставаться с нами, несмотря на все физические трудности, с которыми он соприкасается, или же он должен просто уйти. So all the GBC members and other senior devotees gathered in Srila Prabhupada's room. И все члены GBC, все старшие преданные, собрались в комнате у Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada asked. И Шрила Прабхупада спросил. Will the movement go on without me? Будет ли движение развиваться, продолжаться, если меня не будет? And Brahmananda Prabhu in a very cheerful mood said, yes, Srila Prabhupada, it will go on. И Брамананда Прабху с большим энтузиазмом сказал, да, Шрила Прабхупада, оно будет продолжаться, развиваться. And Prabhupada said, then let me die.
И тогда Шрила Прабхупада сказал, тогда позвольте мне умереть. Why do you want me to stay and suffer? Почему вы хотите, чтобы я остался жить и страдал? And of course, Brahmananda Prabhu felt terrible. Конечно, Брамананда Прабху при этом чувствовал себя просто ужасно. Then someone said, and this had been the whole mood. This was the way Prabhupada had been speaking. Затем кто-то еще сказал, то есть таковым было все настроение тогда, вот Шрила Прабхупада говорил в таком настроении. That whatever Krishna wants, что все, что Кришна захочет, как Кришна пожелает. That once we had approached Srila Prabhupada some, you know, during that period, and said that you said that your Guru Maharaj left the world early because he was disgusted with his disciples. И на самом деле в то время мы как-то подошли к Шриле Прабхупаде и спросили у него, Шрила Прабхупада, вы говорили, что ваш Гуру Махарадж ушел раньше, чем он должен был уйти, потому что он очень сильно разочаровался в своих учениках. Is that the case now with you and us? Случилась ли сейчас точно такая же ситуация, только уже с вами и с нами, как вашими учениками? And Srila Prabhupada said, no. И Шрила Прабхупада ответил, нет. If Krishna allows me, I will be very happy to stay in your association. Если Кришна позволит мне, то я буду очень счастлив оставаться и дальше, и общаться со всеми вами. But that was the mood, whatever Krishna desires. Но настроение, общее настроение было таковым, как бы Кришна не пожелал тому и быть. So in the gathering of senior men in Srila Prabhupada's room in May, one of the disciples said, you know, whatever Krishna desires. И вот в том собрании старших преданных в комнате Шрилы Прабхупады в мае 77 года один из преданных сказал, ну пусть Кришна решит, как Кришна захочет, и так уже и будет. And Srila Prabhupada's response stunned everyone. Но ответ Шрилы Прабхупады ошеломил всех. It was very different from everything he had said until then. Этот ответ очень сильно отличался от всего, что он говорил до этого. He said, Krishna has given me the choice. Он сказал, Кришна дал мне выбор. And then he said, because remember the question was, should he drink or not? Which really meant, should he leave his body now or not? Помните о том, что вопрос, который решался на этом собрании, это должен ли Шрила Прабхупада что-то пить или нет? Что означало, должен ли он оставаться дальше с нами или же он должен уйти? So Srila Prabhupada said, you all go outside and discuss. И тогда Шрила Прабхупада сказал, вы все выйдете из комнаты и там, за дверью, обсудите все. So all the devotees left Prabhupada's bedroom and met in the anteroom where the bookstall is now. И затем все преданные вышли из комнаты Шрилы Прабхупады и они провели собрание в той комнате в прихожей, где сейчас есть, где сейчас стоят книги. And Kirtananda Swami was very clear and lucid. Kirtananda Swami очень четко знал, что он делает. And he said, if Krishna is giving Srila Prabhupada the choice, and if Srila Prabhupada is giving us the choice, then we should ask him to stay. Он сказал, если Кришна дал выбор Шриле Прабхупаде, если Шрила Прабхупада также дал нам право выбора, то
то давайте попросим Его, чтобы Он остался. And the devotees became very enlightened. Преданные очень воодушевились этим. They said, yes, we want Śrīla Prabhupāda to finish Śrīmad Bhāgavatam. Они сказали, да, мы хотим, чтобы Śrīla Prabhupāda закончил перевод Śrīmad Bhāgavatam. And then so many other books. И потом еще написал много других книг. And we want Śrīla Prabhupāda to lead the movement. Мы хотим, чтобы Śrīla Prabhupāda вел это движение. And someone said, well, not all the GBC members are here. Но затем кто-то сказал, но сейчас у нас здесь не все члены GBC присутствуют. Brahmananda Prabhu said, get out of here. Брамананда Прабху сказал, убирайтесь отсюда. What GBC member is going to say they don't want Prabhupada to stay? Кто из членов GBC скажет, что он не хочет, чтобы Śrīla Prabhupāda оставался с нами? So it was concluded. Итак, преданные пришли к заключению. We would ask Śrīla Prabhupāda to stay. Мы попросим Śrīla Prabhupāda, чтобы он оставался. So we all went back into Śrīla Prabhupāda's room. Мы все вернулись обратно в комнату к Śrīla Prabhupāde. And Kirtanananda Swami, as the senior man, was asked to speak on behalf of the others. И Киртанананда Свами, как будучи самым старшим преданным, его попросили говорить от имени всех остальных. Śrīla Prabhupāda said, so you have met? Śrīla Prabhupāda спросил, ну что, вы провели собрание? You have decided? Вы решили этот вопрос? What is your decision? Каково ваше решение? And Kirtanananda Swami, he couldn't speak. Но Kirtanananda Swami и слова не смог сказать. He just broke down sobbing. Он просто стал схлипывать. And Brahmananda Prabhu was just behind him, like rubbing his back to encourage him and support him. Брамананда Прабху был у него за спиной, и он поглаживал его по спине, как бы поддерживая его. And through his tears and with a choked voice, Kirtanananda said, "We want you to stay." И прерывающимся голосом со слезами на глазах Киртанананда с вами сказал: "Мы хотим, чтобы вы остались." Prabhupada said, "This is the decision of all of you." Śrīla Prabhupāda спросил, вы все поддерживаете это решение? The devotee said, yes. Преданные ответили, да. So Śrīla Prabhupāda was silent. Śrīla Prabhupāda молчал. He was deliberating. Он размышлял. What to do? Что делать дальше? And everyone was not just silent, but it was as if time stood still. И нам всем казалось, что не просто мы все молчали, сидя в этой комнате, но нам казалось, что время остановилось. While we were waiting to hear Śrīla Prabhupāda's response. Когда мы ждали ответа Śrīla Prabhupāda. Then he yawned. Затем Śrīla Prabhupāda зевнул. Really big yawn. Он очень широко раскрыл рот. And as he exhaled from the yawn, и когда он стал выдыхать воздух, когда он зевал, all right. Он сказал, хорошо. It was like the most nonchalant decision of life and death. Это было как будто бы самое такое незначительное служение, самое незначительное решение, которое заключалось в вопросе жизни и смерти. And then he asked for pomegranate juice. И затем он попросил, чтобы ему принесли гранатового сока. And all the devotees were jubilant.
Все преданные ликовали. Прабхупада остается. So, in November, just before Govardhan Puja, Srila Prabhupada announced that he wanted to do parikrama on a bullock cart. И потом в ноябре, как раз перед Говардхана Пуджа, Шрила Прабхупада объявил, что он хочет поехать на парикраму в Воловьей упряжке. And he asked His Holiness Lokanath Swami to arrange it. И он попросил, чтобы Его Святейшество Локанат Свами организовал все необходимое. Which Lokanath Swami did enthusiastically. Что Локанат Свами с большим энтузиазмом и сделал. But some of the senior devotees, especially the ones who were caring for Srila Prabhupada, felt that he wouldn't be able to endure the journey on the bullock cart. Но затем некоторые из преданных, в особенности те преданные, которые принимали непосредственное участие в служении лично Шри Прабхупаде, в заботе о нем, они стали выражать свои сомнения, что Шри Прабхупада вообще сможет вынести это путешествие в Воловьей упряжке. Even if the bullock cart was padded with mattresses, still the roads were really bad, and Shri Prabhupada's condition was so delicate. Потому что даже если эту воловью упряжку постелили бы мягкими матрасами, тем не менее, дорога была просто никакой, поэтому Шрила Прабхупада был в очень слабом состоянии, поэтому преданные переживали. He wasn't eating, he couldn't digest. Он к тому времени уже ничего не ел, потому что его пищеварение не работало. He was hardly drinking. И он практически не пил. So he was basically just skin and bones. Он просто находился в этом теле, которое представляло из себя, по сути, кожу и кости. But Srila Prabhupada seemed determined to go. Но Шрила Прабхупада изъявлял большую решимость, чтобы поехать. But the intimate disciples who were serving him were in complete anxiety. Но его близкие ученики, которые лично служили ему, находились в невероятном беспокойстве. And that evening, Srila Prabhupada's friend, Yuskinshana Krishna Das Babaji Maharaj, was coming to visit Prabhupada. И однажды тем днем его близкий друг, Нишкинчана Кришна Дас Бабаджи Махарадж, пришел к Шриле Прабхупаде. So they decided to ask him to prevail upon Srila Prabhupada not to go. И поэтому эти ученики Шрилы Прабхупады решили, что они попросят Кришнадаса Бабаджи, чтобы он отговорил Шрилу Прабхупаду от этого путешествия. So when Babaji Maharaj arrived, Tamal Krishna Goswami and Bhavananda Prabhu were upstairs talking. И когда приехал Кришнадас Бабаджи Махарадж, то Бхавананда Прабху и Тамал Кришна Госвами были наверху, и они разговаривали. And Bhakti True Swami spoke to Babaji Maharaj about the situation in Bengali. И Бхакти Чару Свами на Бенгале объяснил Бабаджи Махараджу всю ситуацию. And then Tamal Krishna Goswami and Bhavananda Prabhu came down. Затем Тамал Кришна Госвами и Бхавананда Прабху спустились вниз. And they approached Srila Prabhupada. И они подошли к Шриле Прабхупаде. And they said, Srila Prabhupada, we've been in so much anxiety. И они сказали, Шрила Прабхупада, мы уже долгое время испытываем такие беспокойства. The roads between here and Govardhan are so bad, they're so full of potholes, you'll be jostled on the way. Они сказали, Шрила Прабхупада, дорога отсюда на Говардхан настолько плохая, там столько ухабов и выбоин, что вы не перенесете это путешествие. And it will be very painful for you. Для вас это будет очень больно.
We don't know what might happen. И мы даже не можем себе представить, мы не знаем, что может произойти. Шрила Прабхупада said, so you request me not to go? Шрила Прабхупада сказал, так что вы просите, чтобы я не ехал? He said, all right, then I won't go. И он сказал, ну хорошо, тогда я не поеду. And then Prabhupada turned to Babaji Maharaj and said, just see how much they love him. И затем Шрила Прабхупада повернулся к Бабаджи Махараджу и сказал, только посмотри, как сильно они меня любят. So, although Srila Prabhupada had been very insistent that he wanted to go, итак, несмотря на то, что Шрила Прабхупада очень настаивал, что он хочет поехать, and it was very hard to, you could say, overcome the barrier of awe and reverence. И было очень сложно переступить через этот барьер благоговения и почтения. But in the end, the disciples broke through those barriers and expressed their heartfelt desire. Но в конечном итоге ученики перешли через этот барьер, и они изъявили Шри Прабхупаде, рассказали ему о своем желании. And Prabhupada said, just see how much love they have for me. И Шри Прабхупада сказал, только посмотри, как сильно они меня любят. So this is in a way, a higher level of Krishna consciousness. Это высокий, высший уровень сознания Кришны. More spontaneous. На более высоком уровне сознания Кришны, более спонтанном уровне. Of course, we always accept the authority of the spiritual master. Конечно же, мы всегда принимаем авторитет духовного учителя. We accept the decision of the spiritual master. Мы принимаем решение духовного учителя. But we can, on occasion, express our feelings to him, our thoughts to him. Но иногда в каких-то особых случаях мы можем рассказать ему о своих личных переживаниях и желаниях. And that may please him more. И может быть, это эти чувства, которые мы испытываем, удовлетворят, принесут ему даже больше удовлетворения. I began by telling the story of Gurudas Prabhu glorifying Dinanath Prabhu for his wonderful kirtans. And then stopping himself because he realized he was praising someone in front of the deity. Я начал сегодня с того, что я рассказал о том, как Гурудас Прабху прославлял Динанатха Прабху за то, что тот пел очень хорошие киртаны. Но потом, когда он заметил, что в комнате находятся также божества, он сразу же замолчал, потому что он не хотел прославлять кого-то перед божествами. And Srila Prabhupada replied, Krishna is already glorified. Но Шрила Прабхупада на это ответил, что Кришну и так прославляют. But he takes more pleasure when his devotee is glorified. Но ему приносит больше удовольствия, когда прославляют его преданные. So even though the rule is there, one should not praise someone in front of the deity, but Prabhupada knew the heart of Krishna. И хотя у нас есть такое правило, что нельзя никого прославлять перед божествами, тем не менее, Шрила Прабхупада знал сердце Кришны. Он знал, что Кришну удовлетворяет, когда прославляют его преданных. So, in the end, also, the rule is there. One must obey the order of the spiritual master. И также в конце есть такое правило, что ученик должен повиноваться воле духовного учителя.
And Srila Prabhupada said, prepare the bullock cart, I want to go on parikrama. И Шрила Прабхупада сказал, подготовьте воловью упряжку, я хочу поехать на парикраму. But some of the disciples, they broke through that barrier of awe and reverence and expressed their heartfelt feelings and desires to him. Но затем некоторые ученики переступили через этот барьер благоговения и почтения и рассказали Шриле Прабхупаде о их сокровенных чувствах и о том, что они думают. And Prabhupada accepted their desire. И Шрила Прабхупада согласился, он принял их желание. And he agreed not to go on the bullock cart. И он также согласился не ехать на воловье упряжки. In other words, you could say that he was bound by their love. Другими словами, можно сказать, что Шрила Прабхупаду связывала любовь его учеников. And it seemed very appropriate in the month of Kartik. И это было довольно уместно в месяц Картика. When we remember the past time of Damodar. Когда мы вспоминаем историю Господа Дамодара, was bound by his mother's ropes, который был связан веревками своей матери. But he was not actually bound by her ropes. Но на самом деле его связали не веревки, but he was bound by her love. Но его связала ее любовь. And in the same way, it seemed that Srila Prabhupada had been bound by his disciples' love. И точно таким же образом казалось, что Шрила Прабхупада был связан любовью своих учеников. And so he stayed for some days more. Поэтому он остался еще на несколько дней. Upon their request. По ихней просьбе. So, it's quite apparent to me that there's a lot of binding with ropes of love going on in Ukraine. Я очень четко могу видеть, что сейчас даже сейчас в Украине происходит такое связывание веревками. Любовью. His Holiness Niranjan Swami is bound by the ropes of Srila Prabhupada's love. Его святейшество Шрила Ниранджана Свами связан веревками любви Шрила Прабхупады. And you all are being bound by the ropes of Niranjan Swami's love. А все вы связаны любовью Шрила Ниранджана Свами. This is the chain of disciplic successions. Beginning with Krishna, everyone is being bound by ropes of love and being pulled back home, back to God. Вот это и есть цель ученической преемственности. Начиная с Кришны, все последующие звенья связаны веревками любви, и таким образом их всех забирают обратно домой к Богу. Srila Prabhupada ki jai. Srila Niranjan Swami Maharaj ki Swami will be
sleeps kirtan. Сейчас его святейшество Шрила Ниранджана с вами будет петь киртан. Гирирад Махарадж ки! Да!